слышу. Ну давай. Да, вот этот агрессивный, конечно, блин. Я на самом деле думал, будет... Я думал, что он будет поймать раз этот. Дважды? Ахахал. Всем здорово. Как я говорил, последняя серия ультракилла. То есть у нас... Я посмотрел, это последний уровень. Не знаю, может быть, сегодня я еще буду проходить секретные уровни. Потому что они их много. И я, скорее всего, не потрачу этот 5 минут на каждый. Ладно, так что погнали. Последний уровень. Ё-моё. Эстетика ненависти. Лимба. Чё? Your kind know nothing but hunger, purge all life on the upper layers, and yet remain unsatiated. Куда? As to you. Куда мне? А, мне туда? You've taken everything from the machine, and now all that remains is perfect hatred. Так. Чё, мне туда получается, да? Ты чё, тварь? Обратно давай. Фи-фи-фи. Обратно. Что за звуки? О, нормально. Опа. Да, босс. Это босс. Неужели второй раз Габриэль сражался? Да, вон он, эта тварь сидит. Собака сутулая. Давай. Эта тварь сидит. Сейчас попробую какой-то прикольчик сделать. А, я даже знаю какой. Подождите. Не знаю сейчас какой прикольчик сделаю. Ну ладно, давайте сначала для первого раза этот просто послушаем, а потом уже будем ебаться по-хорошему. Давай. Ну давай. Да, вот это ты агрессивный, конечно, блин. Ты трясёшься. На, на, тварь. Ах, тебе. О, оно самонаводящееся. Бам тебе. Не попал. Ай-яй-яй. Бам, чуть-чуть. Ай-яй-яй. Вот это тварь! Ну, короче, все ясно. Так, значит, я что хотел? Значит, Нейлган. Берем эквипаем. Дефолтный. Мне кажется, дефолтный будет гораздо полезнее, чем этот не дефолтный. Тоже я тут берем дефолтный. Не попал. Сука. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, захерачил его. А ты тварь. Да ты пошел ты в жопу. You need more power. На. На. Бах тебе. Ах ты тварь. Да как тебе ебать? Короче, нужно как-то идти его трахать. Ни хрена ты. Тварь. Иди ты в жопу. Заколебал. Заколебал уже со своей самонаводящейся херней. Ты дурак. Ушел в жопу. Вернулся. Ни хрена ты, а! А, жопа, жопа, жопа! Пошел нахуй! Бам, бам. Об жопу пойти, об жопу пойти! Аба! Ах ты тварь, ах ты тварь! Я на самом деле думал, будет...
Я думал, что он будет падать как раз этот. Дважды? Ахахалох. Я думал, это будет гораздо сложнее. Давай, давай, товарищ. We will meet again, machine. May your woes be many. И все? Это конец игры на данный момент. Видрите, Аргам поднялся. Ну да. А! Все, кроме времени на S. А зашибись. Зашибись. И куда? И куда? Тишина. Хуй знает, что это. Сколько я убил. Сколько. Я хуй знает, что это такое. Сколько. Хуй знает, что это такое. Хи, хуй знает, что это такое. End to what to end. Короче, я не знаю, блять, как это переводится. Я просто делаю крутой голос, чтобы вы подумали, что я хоть дохуя знаю английский. И я не ебу, что здесь написано, но мне поебать. Поэтому идите все нахуй. Меня эта ебучая машина оттрахала два раза. Два ебучих раза. Какого хуя происходит? Насколько я, блядь, скатился? Раньше я убивал ебучих, блядь, царей нахуй в аду. А сейчас я проебался какой-то ебучей машине, блядь, которая проебала, блядь, несколько раз к огромному количеству монстров. Неужели я хуже толпы монстров, блядь? Пидораса ебучие. Короче, блядь. Наверное, блядь, эта машина сейчас пойдет проходить какую-то хуйню, пока я буду тут страдать. Или сидеть так пафосно, блядь, перед костерчиком на колонне, нахуй. Эта ебучая хуйня, блядь, проходила все это время. Все это время она, сука, проходила эти ебучие уровни. И только перед второй битвой я решил ей напомнить, кто я такой, блядь. Но, как всегда, я был послан нахуй, потому что я нахуй никому не нужен. Я просто чё я, блядь, сделал нахуй, хуй знает. А, вспомнил, блядь, я трахнул какого-то пидораса. Точнее, двух. Вот, смотри, блядь. Смотри, нахуй я этого пидораса сейчас выебу, блядь. Я не знаю, молит о пощаде или нет, потому что у меня нет ушей, но все равно. Он сейчас получит поебало. Поэтому, блядь, хуй знает, что я сделаю. Просто ему башку отрублю, нахуй, и все. А, нет, вот он, блядь. Как я узнал, то что он молит о пощаде, если у меня нет ушей? Ну так, сука, тут так написано, блядь. Подожди, ты не можешь сделать это? И хуй знает, чё это, блядь. Я говорю на латинице, а не на английском, блядь. Да хуй знает. Ну и в итоге, я, наверное, сейчас приебашу этого пидораса. Конечно, по лору, я вообще не ебу, кто это такой. Я просто убиваю всех на своем пути. Поэтому хуй знает, чё это, блядь, с пидорас. Но я все равно отдам ему поебало. Ну, так же, блядь, Россия. Я не знаю, кто это, блядь, но я дам ему поебало. Так же, блядь, все мои друзья. Я не знаю, кто это, но я дам ему поебало. Так же сделали и американцы. Я не знаю, кто это за пидор, но все равно дам ему поебало. Сука, долбоёб, сколько мы так еще будем стоять? Я заебался, у меня уже рука болит зигу кидать. Ты, сука, завали ебало, не видишь, какой крутой момент. Да похуй, в принципе. Ты, у тебя уже рука болит, давай я тебя трублю нахуй. Ты долбоёб, это ссылка понарошку. Это нихуя не понарошку. Да иди ты нахуй, пидорас ебучий, блядь. Сука. Я знаю, блядь. Да мне, в принципе, всегда было поебать, я всегда мечтал тебе отрезать руку, потому что ты, сука, заебался другой дрочить, а потом, блядь, здороваться со мной, нахуй. Да, сука, я левой дрочу, пидорат, пошел нахуй. Пшш! Смотрите, блядь, это...
эта голова пиздец какая легкая, потому что в ней, блядь, ничего нет, нахуй. Ахахахаха. Все. Ищи меня в третьем акте, нахуй. Понятно, блядь, машина ебучая. Ура, блядь, мы прошли эту хуйню. Ну чё, получается, я сейчас буду искать секретные уровни. Ну, и давайте, первый уровень. Короче, первый уровень, как я понял, находится здесь, на гриндере. То есть, бля, вот так проходим. Хуя, блядь, хуя, хуя. Чё тут уже, хуя. Там, бля, вот эти спидеры. Так, чё там? Получается, бам, бам. 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 Там какая-то херня еще вот эта, да. Так, вот, мне сюда нужно. То есть херак, херак. Ить, ить. Вот это забираем. Все, идем. Нет, мне нужно это. Вот. Все, поебало получил. Так, теперь что? Вот эту хуйню нужно пройти. Нахуй. Ай, блядь, я подобало включил. Ладно, ладно, ладно. А, тварь. Тварь, давай. Бам. Валиваем. Так, вот сворк машина. О, хуй, ты чё жив? Опять жив? Нет, не жив. Так. Так, чё, потом мне, по-моему, сюда. Да? Да, мне сюда. То есть вот это ставим и... Да, вот он, секретный уровень. Все, погнали. Первый уровень секретный. А. Так, you found secret machine. Что-то надо делать. Нихуя там, блядь. Что за хуйня? Something quick get... Что-то злое, блядь, приближается, нахуй. Это что? Вентиляция. Вентиляция нельзя. И куда мне? Да? Ну, видимо, да. Так, вопрос, 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 вопрос. А куда мне дальше? Я не знаю, что делаю, блядь. Ну, судя по тому, что у меня есть череп, он... Ну, явно не для прикола, потому что если бы... Тут нужен был не череп, а этот, что-то другое, то мне бы дали факел. Так, видимо, мне нужно найти, куда стоит череп. Опа, мужик. Мужик. Каменный мужик. Куда мне? Сука. Что-то очково как-то. Слышу. Откуда эта хуйня? А это что за херня, блядь? Это что такое, блядь, было? Это что за херня сейчас, блядь, была? Нахуй, блядь. Сука, с такими уровнями нахуй умру, ебать. Ёкаламане. Разрабы, делайте поменьше таких уровней, Я не могу, блядь, так. Сука, если все остальные дают секретный уровень такие, то я не знаю, я отказываюсь в это играть. У нас будет коротенькое видео. Короче, я понял, если эта тварь приближается, то значит он... Да. Вот она, где-то там. Вот она! Это что за палка? Палка. Да как по ней попасть? Ты чё за херня? Чё, а как по ней попасть, стоять? Нет, это не смешно, как по ней попасть? Нахрен не револьвер? Револьвер для прикола существует или как? Или он нужен для чего-то? Или я настолько косой, что не могу попасть по этой штуке? Как тогда? Так. Ну вот, мы проскальзываем. Дальше идем сюда. И тут появляется эта штука. Чекайте, сейчас появится. Вот она. Да, вижу. Все, я убил. Я убил. Но суть потому, что нет никаких звуков, я и убил. И куда мне? Вообще не понимаю, куда мне идти. Ё-моё. Я не понимаю, куда мне идти. Ё-моё. Взор мой слабеет. А, о, во. Чекайте.
О, не сюда нужно было. Блять! Да сука, идите нахуй, пидорасы ебучие, блять. Трахал я ваш рот. Сука, самый ебланский уровень, нахуй. Ну и... Subject picket can decide. Ways come. С. Comes. Пиздец, блять. И как мне это нахуй проходить? Я не помню, блять, путь. Я путь не помню, сука. Не, по-моему, смотрите, мы идем сюда. Спавнится это... существо? Или что? Нет, я пришел раньше ее. Да, убил, убил, убил. Значит, идем сюда, по-моему. Нет, сюда. Да, сюда. Вот тут эта херня. Дальше идем туда. Убил. Все, погнали. Куда мне теперь? Куда мне теперь? Куда мне теперь? Сука. Рому у стеночки будет двигаться. Стеночки, у стеночки, у стеночки. У стеночки. Опа! Да! Нашел! Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее! Давай, давай! Ура! Конец! Конец, конец, конец! Сука! Бля, чё это? Нихуя. Первый уровень есть. Все заебись. Ладно, давайте следующий. Короче, второй, по-моему, вот здесь. Вот, то есть. Сейчас. Во! Нашел. Смотрите, вот он открывается. Мы берем револьвер. Вот так. И, по-моему, вот так. Да. Правильно, все. Все, погнали. Ничего. Так, получилось все, зашибись. Время 7 секунд, зашибись. Так. О, у меня даже оружия нет. Что за херня? Это что такое? Это головоломка? Ни хрена себе. А, мне нужно просто довести до штучки. Хорошо. Ладно, проходим. А. А, это что, это мне собрать нужно? Ну, видимо, да. То есть вот так. Вот, вот так. Это, то есть, мне нужно собрать. Да? Погнали. Ядрить вечер уже. А через крестик нельзя. Через крестик нельзя, понятно. Так. Фу-фу-фу-фу-фу. А это как? А, понял. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все, готово. Так. Так-так-так-так-так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Во, готово. Так, тут что? По-моему. Бля, я не ебу, как это? Нет, точно не туда. А куда? Я не смогу туда зайти. То есть мне нужно вот сюда, сюда. Так, иначе. А, все, прошел. Так, тут что? Вот так вот, вот так вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, готово. Вот это вот, что это? Вот как это проходить? Так. Так. А реально вопрос, как это проходить? Я не знаю. Блин, я не знаю, как это проходить. А если вот так? Нет, сюда я должен зайти. Нет. Нет, 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 нет. Ну так это по-другому. Как это по-другому нужно. Попробую вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Значит, мне еще нужно как-то эту хрень забрать. И не обосраться. Ага. А как? И никак. А как это проходится-то, ё-моё? Ё-моё. А если вот так? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А, всё, изи. Прошёл. Так, тут чё? Какой-то опять пиздец. Ну, вот так. Идем, идем, идем сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Готово.
все это странно теперь. Это чё? Это мне... А, понял. Так, то есть... Это вот так, а красное мне нужно вот так вот, да? Понятно. Вот это так, это вот так, а это вот так. Это что получается? Нужно... А можно? Можно вот так вот, типа, то есть... Сейчас. А, значит, тоже для синего цвета нельзя, понятно. То есть, вот так, вот так, вот так, вот так, все. Погнали дальше. О, последний уровень. Это финальная головоломка, видимо. Так. Тут как это... То есть, мне нужно это собрать любым образом, да? А, понял, как это... Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, а это вот так. Готово. Тут что? Тут получается... Кламена, как это? Нет, получается, как это? А как это проходить? Стоять. Стоять, стоять, стоять! То есть, какое-то существо должно пойти вот так. А, понял, это вот так, а это вот... Вот, ну, так тоже можно, в принципе. Вот так вот, живись. Это... Вот это, вот это, вот это. Как? То есть мне нужно захреначить как-то через красный. Вот это вот так ведем. Получается. А, хрен мне. А, не, вот так, да. А, не, вот так даже, смотрите как. Вот так и вот так. Потом идем вот сюда. Да. Теперь вот так, вот так, и вот так. Во, так. Дальше, 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 дальше. Эту херню как проходить? А, то есть я могу сюда любой прибамбасить, да? Как я понял, это вот так вот. Нет. Так вот. Так вот, вот так вот. Так вот, вот так вот, вот так вот. Нет, а как так? Как тогда? А как тогда? Там еще с той стороны собака головоломки. Видимо, не успею. Вот я трахал нашу головоломок, сука. Первый уровень это ебучий хоррор, второй это головоломки, третий что, блин, рыбалка? Это рыбалка? Или как? Я не знаю, полет на самолете? Counter-Strike. Все игры Counter-Strike. Только террорист тут мы. А как тогда? То есть мне можно... То есть мне нужно вот тут прососаться. Как-то. Мне тут нужно сделать за синюю штучку. Что с этой стороны за синюю не сделаю? То есть это вот так проходим. Так. А, нет, сюда. Что иначе я не смогу зайти, то есть... Тут вот так, вот так, вот так, вот так. Готово. Тут что? Три? Нихера себе. Вот так. Вот так. Вот так. Ты ж прошел. Вот так. Вот так. Вот так. Тут что? И получается, это вот явно сюда. Это явно сюда. Это явно сюда. Это вообще какая-то херня. Тут это вот так. Ни хера не так. А как? Вот так. Получается это вот так. А это вот так. Да. Готово и это. Последнее. А, нет, не последнее. Там еще одна. Вот что? Блин, сложно. То есть... Вот так вот это явно идет. Нет, не так это идет. А как это идет? Блин, опять сложно. Сложно. Если вот так вот, это вот так. Сюда идет синяя. Тут проходит зеленая. Все, я придумал. Так. И вот так. Готово.
Теперь последняя головоломка. Вот это что? Последняя головоломка. Все. Тут что получается? Мне либо сюда, либо вот, значит, сюда. Тут еще сверху или вниз. Вниз. Так, вот так. Так. Так, это вот так. Готово! Все, пройдено нахрен. Пройдено. Сейчас следующий уровень. Следующий уровень вроде вот здесь находится. Фигня. Я уровень тут ненавижу просто. Тут самые придурочные враги. Так, оба. Первое. Оба. Блин, сначала мне нужно все пройти. Ладно, короче, сначала защищу, а потом уже этот, вам покажу, как все делать. Короче, рассказываю. Вот, вон там спавн, выходим. Первый рычаг находится. Сейчас скажу где. Первое, что нужно сделать, это вот сюда идем. Сюда вот залазим. Тут находится вот эта штучка. И вот это. Это ломаем. Дальше идем. Дальше следующая штучка. Сюда прыгаем. Сюда идем. По водичке прыгаем. Сюда заходим. После этого так вот. Там вот, вот она. Вот она. Вот тут тоже штучка. Сюда ломаем. Дальше идем. Возвращаемся. Дальше возвращаемся. А куда? Дальше. А, вспомнил. Так, дальше идем вот сюда. Сюда идем дальше. Тут вот это вот. Вы вот там вот можете. Ну да, вот тут вот появляемся. Дальше смотрим. Смотрим. Давай смотрим. Я сам забыл, где это находится. Класс. Зашибись, я гайдер, конечно. Забыл, где находится эта штука. Ладно, сейчас найду, скажу. Так, ладно, я нашел эту штуку, слава богу, вот. Вот сюда, идем под мостик. Вот тут эта штучка. Ломаем, и все, и готово. Перейдем сюда, тут вода закрылась. Проходим. Этого проходим. Сука. И тут проскальзываю. Все, секретка. Так. А по-моему, что это? А что это вообще такое? Ёкаламане, сука, нахуя я перебрал, блядь? Ебать, я перебрал, конечно, нахуй. Ё-моё, а если батя вернется? Блин. Если батя вернется, мне таких пиздюлей даст, сука. Блядь. Нихуя себе, девушка, ебать. Сука, ты долбоёб, блядь. Ты откуда взялся, нахуй? Ты чё, блядь, такое, нахуй? Ты какого хуя, блядь, GoPro на ножках, так ещё в юбке? Ты чё, совсем ёбнутый, нахуй? Блядь, ты вообще, нахуй, кто такой? Да, сука, хуй знает, блядь. Сука. То есть ты хочешь сказать то, что ты не ебешь, как ты здесь оказался? Да сука, конечно, блять, меня. Я, блядь, сука, батин коньяк спиздил. Его разбавил чаем. А чтобы, блин, отрезвить, так нормально, я не позаботился об этом. Ну и ты лох, блять, конечно. Ну и что будем делать теперь? Да хуй знает, блять. Я не ебу. Ну, блять, я потерялся, может не съебаться? Сука, ты пидорас, какой нахуй съебаться? Давай вместе бухать. Да сука, я уже набухался, блять. Я сейчас охуею, если еще буду бухать, блядь. Да мне поебать, слушай. Если ты. Либо ты идешь, не идешь бухать, либо ты идешь нахуй. Что я по-другому не могу сказать, блядь. Я вообще-то нахуй охуенная, сама охуительная девушка. Ага, блядь. Че тут за деревня такая, то что тут, блядь, GoPro на ножках, сука, я считаю самой охуенной девушкой. Ну, блядь, явно ты, блядь, я получше тебя, ебучий алкаш. Сука, завали, ебало, блядь. Ладно, подъебало. Блять, какой же ты долбоёб. Сука, я не понимаю, ты, блядь, хойщик или, блядь, я не знаю кто. Сука, я в ультракил играю, долбоёб. Ну, по тебе видно GoPro на ножках. Ты, сука, какая нахуй GoPro на ножках? Конечно, блядь.
Ну ты совсем долбоёб, я вижу, да? То есть ты не понимаешь, то есть ты хочешь сказать то, что возможно играть одновременно в ультракилл и быть девушкой. Ну конечно, если ты играешь в ультракилл или в шедеврахойку, как ты ее там называешь, то естественно, блядь, ты тебя никто ебать не будет. Потому что, сука, от тебя девушки да отходят за километр. Не понимаешь, блядь? Или ты совсем долбоёб? Сука, понял, понял. Ты, блядь, когда будешь другие игры снимать, ебанат, блядь, мы заебал уже твой ебучий ультракилл. Мы тебе сейчас, сука, душу вырвем, если не будешь записывать другие игры. Единственное, что ты снимаешь, так это ебучий ультракилл, где ты орешь в микрофон. И с каким-то ебучим школьником снимаешь какой-то нахуй антигрифер-шоу, пытаясь возродить старую рубрику. Ты чё, совсем ёбнутая нахуй? Алё, блядь, меня не существует, ты долбоёб ебучий. Ты сейчас находишься, сука, в блядь. Ты, сука, я уже сама говорить не могу, потому что ты, сука, ебучий долбоёб, нахуй. Ты, блядь, когда последний раз мылся? Да хуй знает, блядь. Вот именно что хуй знает, блядь, потому что, блядь, ты не моешься, блядь. Для тебя душ... это какая-то нахуй страна, и поэтому ты постоянно задаешь вопрос. Душ, а у нее есть гарантия от Британии? Ну, блядь, не знаю. Да, сука, это не вопрос, пидорас ебучий, блядь. Я тебе говорю то, что, сука, ты не моешься, от тебя девушки отходят за 3 километра, потому что ты, блядь, выглядишь как ебучая ходячая помойка. Так еще, сука, сейчас набухался. Ну, блядь, хотя бы с другом. Ладно. Ладно, ладно, раз другом, то... Сука, ты когда другие игры будешь снимать? Нас заебал твой, блядь, ебучий ультракилл, Soul Knight и ебучий антигрифер-шоу, в котором ты нихуя не умеешь. Пидорас ебучий, сука. Я тебя в рот трахну, если хуй... О, я бы не отказался. Да, сука, протрезвей сначала, уебан, ты конченый. Слушай, если б я была реальной, я б тебе сейчас въебала с ноги, нахуй. Сука. Так, блядь, ты ебучая машина. Как нахуй мне GoPro на ножках сможет въебать? Ты, сука, в ультракилл не играешь, алё. Ты что, последние несколько месяцев снимаешь на канал? Долбоёб. Вот у тебя один из админов, сука, хуярит каждый день ролики по ФНФ. И ему похуй. Потому что он, сука, в отличие от тебя, не ленивится нахуй какую-то хуйню. Ладно, ладно, прости, блядь. Чё? Ладно, ладно, я понял, я долбоёб, я буду снимать что-то другое. И? Ладно, ладно, я буду снимать другие игры, только отъебись. Ты сначала протрезвей, долбоёб, блядь. А то лежишь нахуй как долбоёб. Сука. Кстати, когда мой батя вернется? Сука, надеюсь, блядь, мой батя не вернется. Потому что я, блядь, буду лежать как ебучий долбоёб. Сука, у унитаза. Пиздец. Ну да, блядь. Ты хоть чай разбавил? Ты хоть чаем разбавил, блядь? Да. Ну молодец, блядь. Слушай, блядь. А... Ну, блядь. Хуй его знает, я забыл. Вот видишь, ебучий хойщик, блядь. Ты, сука, даже не можешь нормально два, блядь, слова сформулировать, потому что ты, блядь, говорить не умеешь. Единственное, что ты можешь, блядь, говорить, так это ебучими своими фимбоями, сука, в Дискорде, играя в хойку. Ты не можешь, блядь, нормально сформулировать два слова. Да-да, это правда. Но мне похуй. Ладно, я схожу в душ. Я не буду больше бухать. Я удалю хойку. Я перестану снимать ультракилл и буду снимать что-то другое. Реально. Правда. Правда. Прям отвечаю. Так-то лучше, блядь. А то совсем охуел, блядь. Снимаешь какую-то хуйню, игру, которая вышла в 2020 году и совсем потеряла свой хайп. Но! Я вижу то, что ты реально изменишься. Потому что если пацан сказал, пацан сделал. Поэтому давай-ка, блядь. Съебись отсюда. Спасибо. За что, блядь? То, что я тебя обосрал и, блядь, фактически послала нахуй. Но я все равно закончил снимать ультракилл. Да мне поебать, что ты закончил снимать ультракилл. Мне похуй. Потому что никому нахуй не всрался. Ну да. Алло, блядь, долбоёб, это игра 2020 года. Какого хуя ты, блядь, ее до сих пор снимаешь?
Ну, я думал, блять, выйдет третий акт и буду снова снимать. Какой нахуй третий акт? Ладно, блять. Ух, сука. Ладно, мы прошли второй уровень. Ладно, думаю, на этом хватит. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ох, наверное, была серия, последняя серия по ультракиллу, либо же я буду вне записи дрочить все уровни, чтобы пройти их на Б-ранг. И в итоге мы будем проходить Миноса Прайма и Сизифа Прайма. Всем удачи и всем пока.